Алексея Навального, он вам не Димон. Про премьер-министра Дмитрия Медведева, про огромное количество недвижимости, яхт, виноградников и так далее, которые записаны формально на его сокурсников, на третьих лиц, а пользуются этим премьер-министром. Нас часто спрашивают, почему ТИР называется «Он вам не Димон» и почему мы сегодня собрались под лозунгом «Он нам не Димон». Давайте подумать, кого мы называем Димон? Наверное, своего какого-нибудь знакомого, друга, весельчака, приколиста. Ну какой же это приколист? Мы-то думали, что это человек, который любит айфоны, который такой креативный, а на самом деле под этим всем скрывался обычный делец, который, к сожалению, в нашей стране занимает вот этот проект. Какого ответа мы требуем, проводя сегодня митинги по всей стране? Этот вопрос тоже... Это просто лакмусовая бумажка. Если мы оглядимся вокруг, посмотрим на наш город, на нашу область, мы увидим, что с такой же легкостью можно провести, найти такой же материал для расследования, допустим, «Она нам не Света» про губернатора Светлану Орлову, или «Он нам не Андрюх» про пики-менеджера Андрея Шохина. Причем... Видит, в этом-то и проблема, только... Вот это был Алексей,
нагло обогащаются на наши культурные совести счет. Они постоянно называют нас национал-предателями, пятой колонной, проплаченными все жене и агентами Гастрепа. Хотя, если задуматься, в основном именно они и есть главные национал-предатели. Недавно один из ближайших друзей Путина Зимченко... Та вот, которая прошла с коляской. Делайте, что которого она пила. Уразумно нормально, счастливый стране. Но все зависело только от его ума, от его труда, а не от его сил.